Начав приходить в такой возраст, в котором ум человеческий начинает сознавать разницу между добром и злом, увидел я среди людей различные сословия, положения, профессии, труды и предприятия, которыми они занимаются. И у меня явилось непреодолимое влечение подумать хорошенько о том, к какой группе людей примкнуть, и как провести свою жизнь. О чем много и часто размышлял я и советовался со своим разумом, на том и остановилось мое внимание, а именно, выбрать себе такой образ жизни, в котором было бы по возможности меньше забот и беспокойства, а возможно больше удобств, покоя и отрады. Вышел я из дому и стал оглядываться по сторонам, раздумывая, как начать. Вдруг, и сам не знаю откуда, взялся передо мной человек с твердой поступью, осмысленным взором и быстрой речью, так что казалось, будто ноги, глаза, язык, все у него вращалось на пружинах. Удивился я и спросил: «А кто же ты такой, мой милый?» «Имя мое Всевет, прозвище Вездесущ», — ответил он. «Я прохожу через весь свет, смотрю во все его стороны, у каждого выпытываю его слова и дела. Что есть явного, все вижу, что тайное, за всем слежу и наблюдаю. Одним словом, без меня ничто не может происходить, за всем присматривать моя обязанность. И если ты пойдешь за мной, то поведу тебя во многие тайные места, куда без меня ты никогда не попал бы». Услышав такие слова, я и сам обрадовался, что нашел такого провожатого, и стал просить, чтобы не почел за труд провести меня через свет.